привет! С вами, как всегда, я, Саша Борода. Сегодня у нас в руках безбашенный экшен «Зомби в доме». Суть игры заключается в том, что вы попали в заброшенный дом, кишащий зомби. И вам нужно найти бензин и ключи от машины, чтобы уехать оттуда. Но сперва нужно расставить закрытые фишки по полю в интересных местах. Разные люди делают это по-своему. Ну кто так ставит? Это не по фэншую. Теперь ты загородил окно. Ха! Все в гараж. Все не поместится. Ну, остальное на балкон. Так, ну, давайте честно все распределим, да? Вот, пистолет мне уходит, да? Вот этот зомби вам уходит, и этот зомби вам уходит, и вот этот зомби вам уходит. Это у нас что? Это у нас ключи от машины, это уходит мне. Я поехал! Держитесь тут! Здоровья вам! Ну, хоть не стрельнул. В игре есть разные персонажи. У каждого из них свои умения. Например, у каратиста всегда с собой есть нож. Теперь я готов к бою! Нет, твой кулак еще не сталь. Вот нож, сталь. Но, учитель, карате – это же путь пустой руки. Ну вот попробуй ударь меня кулаком. А теперь ножом. Теперь я научил тебя всему, что знаю. Учитель. Для того, чтобы походить, есть вот такая панель движения. В ней нужно крутить стрелку и ходить в соответствии с выпавшим числом. Внимание, фанаты поля чудес. Нужно крутить стрелку, а не игровое поле. Зомби прячутся по дому. И вы не увидите их, пока не подойдете вплотную и не откроете карточку. Блин, ты что, зомби что ли? Кручу фиг. Так. Блин, зомби кусает меня. Стоять. Ждем следующий ход, ты что? Если вы найдете на карте фишку друга, то вы можете положить его в рюкзак, а когда вас убьют, стать этим другом. В игре есть две концовки. В одной вы находите ключи и бензин, и уезжаете на автомобиле. А в другой концовке вы убиваете всех зомби и занимаетесь тем, ради чего выбрались за город. Жарите шашлыки. Если же вы нашли ключи и бензин самостоятельно, то можете уехать и бросить оставшихся друзей. Спасибо, с вами был Саша Борода. Играйте в настольные игры. Стой, Саня, погоди, а как же эти шутки оставшиеся? Мы их что, не вставим, что ли? Вот этот зомби приехал с Туапсе загорелый, не зеленый. Вот этот зомби после дантиста. Или вот этот кошка-зомби со второй жизни. Или вот этот зомби на дискотеке. Ну или вот этот зомби пришел с выпускного. Их не вставим, что ли?